Всем привет, с вами Сокс. И Гардекс. И Феликс. И сегодня мы будем... Сегодня поиграю я в Майнкрафт. Я уже забыл, как приветствоваться. Всем привет, с вами Сокс. И Гардекс. И Феликс. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт на версии 1.7.2 на нашей собственной сборке, которую мы сделали вчера. Да. Собственно, у нас тут 26 примерно модов, да? Да. Фу, 27. Такие у нас тут... Кстати, мы еще добавили все моды с мирных приключений. Почти. Один убрали, потому что... А, да, один убрали, потому что, оказывается, из-за него тогда Нортекс вообще вылетал. Вы помните. Сейчас я не знаю, мирные приключения мне, наверное, придется удалить все эти серии. Извините, конечно, за это. Ну ладно, неважно. Собственно. Начнем выживание. Как всегда, весь эпик портит. Отлично, начали. Все. Ого, мяш. От того, что я двумя руками тремя выбью. Итак, у меня теперь есть вторая рука. Пам-пам-пам. Только, правда, левой рукой не ломается ничего. Да ладно. У каждого будет свой дом, да? Нет? Да иди ты. Вообще наглый. У каждого свой этаж. Мы что, такие богатые, чтобы каждому свой дом? Не, давайте у каждого свой комнат этаж. Это как-то слишком там... Нормально все будет. Олег добывает дерево. А я что делаю? Мы все это делаем. Мне показать, что ты добывал песок. Ибо без дерева никуда. Такие вот дела. Даже в реальном мире. Печаль и беда. Жизнь. Бедные деревья. Я верстак сделал. Ого. Красавчик. Вообще. Лайк тебе. Ой, не ту кнопку. Я пошел камень добывать. Добивать. Бедный камень. Там, кстати, колодец просто стоит. Ну, мы рады, чё. Так. А, сюда не стат того. Так, трава сторону ломается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это... Печку, на печку не добывайте, я заберу. Не, ну может кто-нибудь печку еще. Ну там мне достаточно для печки добыть, чтобы две печки было. Почти. Останется один удар, я ее потом на топливо пущу. Бедная кирочка. Чего? На топливо пускать. А, тут три капитейтер, да. Я забыл. Так, все. Хоп! Хоп. Интересно, этот мод работает на голодные игры на серверах? Че? Что? Нет, конечно. Он даже тут не работает, так пиздец. Блин, можно быть три булыги? Ой, прости, я забыл. Че, он забыл то, что мне бить нельзя? Да. Вообще офигел. Вообще наглый. Сам допустим. Да блин, я дерево тратить лишнее. Три булыжника и все. Я сейчас его вали сюда. Сделаю, по мячу. Слышь, сюда вали. Сейчас зайдем. Да, у меня уже есть сет, Олег. А, сет? Только я Диме сделаю. Так, раз, два, три. Спасибо. Так, печка. Отличненько. Текс. Четыре. Такой эпичный. Два. Один. Все, вот мальчику. Весь эпик из-за смерти. Давай, прыгай, Олег. Смартмун, или там, слишком точно, высоко. Блин, слышь, все. Совик, наверное, Совик. Слишком высоко. Смотри, такой эпичный стоит и... Не знал. Да нет, слишком высоко, поставь там хотя бы один блок. Да, ну ладно. А, блин, точно, забыл уже, что у меня теперь не Ctrl, а C. Ой, на F. Тут железка подпустил кто-то. Это я. Я забыл про него. Херочка. Такой злой, да?
Ага. Ты ее держишь как-то не... А, ты ее прикрепил куда-то. Меч. Ну как ты делал-то? Подожди, ё-мо, что я делаю? Лопата. Топорик. Все, больше никому ничего не надо. Может так? Нет, нельзя. Не так вот. Сюда. Как ты взял меч и топор в две руки? А, смотри, нажимаешь Е, БГ, и топор вот от чела в левую сторону, а меч в правую. А. Правда, там с инверсией все будет, ну да ладно. О, окей, сори. Чё, прикольно. О, точно. Так, ладно, я не... ладно, я буду это использовать, когда понадобится. Все, видал, видал, оп. Какой эпичный. У меня все три сета справа запомнил. У меня рука вывихнута. Все, отлично. Надо, короче, еды добыть. Да ладно. О, тут пещера есть. Круто. Так, я пока все это дело заберу. Так. Что-то, да, я да, помешал. Также тут есть смарт-мувинг, кстати. Это для... Да, они уже поняли. Это я для подписчиков. Ай-ай-ай. Ну такая, после Олега уже поняли то, что смарт-мувинг. Да, ну ладно. Ну мои-то подписчики. Да. Все и так слышали, господи, и твои, и мои, и Олега, господи. Еще тут озеро. Ладно, про. А, точно нельзя же. Ты как узел. А еще тут есть шляпки. Слушай, ты всю интригу портишь. Вообще, всем он сейчас расскажешь. Засранец, блин. А вы где? А вон. Да я тут. Точнее, где мы там сверху. Бежим, короче, к нашей базе, так сказать. Ой. Зачем? Я еды там добыл, да. Я там все собрал вот уже. Пошли сеть. Олег, ты там. А, вечер. Я тут в пещерку пошел. Выходи тут. Зачем обратно пошел? А, зомби! А, голова зомби такая на полочке тут валяется. Смотри, там у Олега вообще. Да, это зомби. Убивай. Еще не вижу, правда. Блин, какая-то странная у нас генерация тут. А, крипер! Саванна, пустыня. Никакой равнины. А, стоп, 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 как-то не очень что, совсем псих. Строит там. О, такой. У меня одна сердечка. Как бегаете. Надо овечек найти, да. F5, главное, такого нет. А, окей. Сейчас будет ультразвук, наверное. В смысле? Боня, крик. А. Дыши. А, ясно, понятно. Или не будет? Хо! Ой! Косой. Да я просто этим обычным прыжком рыбкой прыгнул. О, там, там лава. Ага. Давайте его у лавы заночуем. Тепло будет. Ну да. И печку не надо разогревать. Ну да. Мне еще пожарим. Я чуть в лаву не упал, смотрите. Не, а есть? На шерсти нет, Вася. Ну ладно. А, зомби уже наступает на нас. Где? Печку, вот. Печку. Окей, я сам киньте верстак. Ух ты ж, как он рассыпался. Печь, да. Не подходи, не подходи, это страшно. Можно же две руки меч взять, и будет вообще круто. Да не рука. Я его руку зажег. Красава. Олег такой типа опасный взял, куда добыл. А! Не, моды обновили, так сказать. Точнее, он проверил на обновление. Нет, немножечко бесит, я не знаю. Там дерево горит.
Тестировать как-то так, что ли? Там дерево горит. Не знаю. Там дерево ну, бывает. Горит. Я тебя спасу. Шляпа, 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 шляпа. Какая, шляпа. какая? Стой, погоди. Ой. Ого, вот это шляпа. Ну бей. Давай, ты же нашел. Он немножко запаковался. Я очки нашел. В смысле? Ну, крипер с очками. Блин, у вас уже у всех шляпки есть. Нет, так понял. Не у всех. О, все. Так, я... А, меня из чуть не сушило тут засранец. А, все. Йоу! Всем привет! Тут, кстати, можно обмениваться шляпками, ты в курсе? Я знаю. Хрюндель. Апс. Да, крипер. Корона! Чип. Мне осталось полсердечка. И крипер сорвал корову. Хлама! А знаешь, что мы забыли сделать? Мы забыли кип инвентарь прописать. Там безопасности, пропишите, пожалуйста. Это меня сейчас убьют. Так, вроде, блин. Сейчас, короче, на дерево какое-нибудь заберусь, а нет, не заберусь. Фух, маркер. Так. Так. Эй, гейм. Рул. Да не мод. Кто? Зачем? Бью, убью. Ой, как вовремя я успел. О, бежи. Спасите. За меня маленький зомби. Там еще шляпы, чуваки. На крипере. Да я вижу. Ну я себе уже очень эпичную шляпку нашел. О! А! Да что у меня сплошные всякие? Меня скелет поджег. Вообще. Ой, я живой. Ай, о! Я с вещами возвратился. Ой, чуть-чуть, черт. Тихо. Йоу, парни, вы чего? Кстати, лава. Точно, кип инвентарь надо не использовать, потому что у нас же, блин, мы можем же телепортироваться на нашу смерть. Смотрите на мою шапку. Скажи. Сейчас я надену. Еще поршень есть. Ага, съели? На тебе нет шляпы. А, да, нету. Сейчас, подожди, я не установил, сори. Опа. А нет, не опа. Все, давай поменяемся. Не. Ты что меня ударил? Просто. Чувак, нужно динамик лайтс. Ой. Трололо есть. Ну это динамик лайтс. Тут факела поставились. Куда они делись? Смич выкинул. Ясно, лучше в две руки не брать, я давай-ка факел только что потерял. Это они у меня тут были. Только что. Стоять, паук. Так. Охота за шапками. Охота за тапками. За тапками. Где наши тапки? Че мы тут босиком ходим? Вообще. Ничего себе. Беспредел. Давайте домик строить. А давайте мы сначала место для домика найдем. Я как-то не очень хочу в саванне строиться. А чё так? Не знаю. Можно оранжевый домик построить. Ждёт меня. Пауки. Крейперы. Зомби. Олег, может быть ты к нам? Ай, прикрой, пожалуйста. Ай. Убить. Я ничего из-за этой маски не вижу. Реально, я потом могу кому-нибудь передать, если на обычный, от первого лица вроде играть, то, короче, тут ничего не будет видно. Не видно? Оно закрывает? Да. Это что за маска-то была? Троллова. А, взрывающийся! Что? Что? Хелп! Что тут происходит? Там этот, как его там? Со взрывающим. Скелет со взрывающимися стрелами. А! Опасно. Фига себе. Прикинь, если лук выпадет этот. Это... Вообще... А, стрелы.
инвентаре надо вырубить, потому что мы все равно телепортироваться можем на нашей смерти. А если в лаве утонем, ну, сами виноваты. Утонем. 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 Вот. Надо будет аккуратно с лавой. Ты где, Дима? А, ты там уже забрался? Давайте, короче, хватит за шапками там бегать. Мы не за шапками бегаем. Они нам сами попадаются. Мы ищем домики. Да, домик ищем. О! Пещера упал. Пец, это саванна, она огромная просто. О, здесь так красивый вид. Там на Эндермене шляпа, походу, какая-то была. Смотрите, как у него шляпа. Да? Эпичная. Где? Ай. Я не знаю. О! Блядь, отсюда зомби. Пипец. Окей. Что-нибудь оп, от меня? Оп, оп, оп. Короче, я побежал место для дома. Мы так это все делаем. Че, мы типа в разные места будем разбегаться? Да нет. Да, ох, я хотя... Вот я нашел еще. Якс. Уже по идее вон там рассвет большой начинается. Не рассвет так. Небольшой. Сказано, так сказано. Ну тоже. Ай! Я нашел деревню! Я деревню нашел! Деревня моя деревня! В смысле? А, деревня! Ой, у тебя шляпочка с этой. Чёр, я первый в кузницу. Ты... О, шляпка курица. А, уточка! Окей. О! Кто хочет шляпку? Жадность, это все жадность. Люди. Кто хочет шляпку уточки? Ты никто. Ну ладно, тебе ставлю. Зачем ты все обратно посадил? Я несколько съел штучек. Обратно зачем садил? О, книги, надо их собрать. Будет что посчитать на досуге. Где мои... мой этот... Так, стоп, я не понял. Чё? Ничего себе, сколько я тут вещей забыл. А, дай! Моё мясо. Я должен её убить. Я так и сквозь зомби прошёл. Фига, Ля, как ты так нацепляешь себе вещи? Сюда. Это, сюда. В карман. Просто здесь, это цель убивается, у тебя вещи прошлись. Ничего не понял, ну да ладно. О, еще книжки. У тебя такая смешная шляпка все-таки. Меня? Ну да. Хочешь шляпку уточки? Лег. Хочешь шляпку уточки? Ну блин. Хочу шляпку уточки. О! Смотрите! О! Ра! Так, сейчас. Сейчас, я чего мне сплошные? О, все, нет. Все. Эй! Главный. Дима там вообще не понимает, чем занимается. Ты где? Я. Это в доме. Кузница, а где? А не в кузнице. Не, где вообще кузница? Нету я здесь. Смотри, как я изменил своего слайма. В смысле? Ну смотри, нажимаешь на
просмотров всех шляп.